Всем здорово, дорогие подписчики, с вами Костя Димка, а также Юрка, и мы вернулись к GTA для того, чтобы поиграть и провести рубрику «Битва воришек». Здоровьте, народ! Ребята, на прошлом ролике мы собрали аж 2000 лайков, спасибо вам огромнейшее! Давайте на этом ролике попробуем собрать уже 3000 лайков, я очень надеюсь, что получится! И не забудь подписаться, скоро ведь миллиончик! Сегодня, друзья, мы приехали к бабушке в деревню, и именно здесь попытаемся найти крутые тачки, и вот угнать их за, получается, 5 минут. Потому что после приедут копы, и тогда у нас ничего не получится, и я очень надеюсь, что, ребята, вы уже поражали. Лайк, давайте-ка, ставьте, потому что благодаря вашим лайкам мы готовы снимать вот такие вот веселенькие, прикольненькие ролики ежедневно, поэтому, ребята, да. И, кстати говоря, подпишитесь на канал, кто еще не подписан, я так посмотрел, 30% всего подписанных у нас смотрят ролики, это как минимум странно, да. Поэтому, ребята, давайте-ка изменять все это число и увеличивать его, да. Ну, а для начала, как видишь, у нас тут куча байков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 прикольненьких байков, которые будем выбирать для угона. Ага, я тоже его знаю, поэтому тут если повезет, как говорится. Окей, давай-ка начнем. Назови число от 1 до 10. Это 7. Седьмой байк раз, у тебя. 3, 4, 5, 6, 7. О, нормально, это с никакой, да. Прикинь, вот я думал, что это вот этот байк тебе сейчас выпадет. Ребята, чтобы вы понимали, у него 4 колеса, и из-за этого у него прям траблы конкретные с управлением. Это прям вообще попадало, конечно же, если выпадет. Окей, назови число от 1 до 7. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ой, назови число от 1 до 9. Назови число от 1 до 9. Это 8. Восьмой байк у меня, это 6, 7, 8. Какой-то прикольненький, классный байк, да, прикольный. А чё он такой быстрый? Ема, он быстрый, ладно, короче, ребята, давайте-ка заготовим байки и начнем. Мы начинаем, ребята, погнали. Так, чё ты умеешь? Ничего тебе не получилось, однако. Так, давайте-ка, ребята, сразу поедем вот в эту сторону. Тут пусто получается, потом поедем мы в ту сторону. Главное сейчас ничего не упустить и угнать самые крутые тачки. И да, ребята, напишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях. До какого числа ваши каникулы? Мне прям интересно узнать. Вот, потому что, друзья, в принципе, мы отдыхаем вместе. Вот я отдыхаю, получается, до 3 января. Вот я отдыхаю до 3 января почему-то. Ну, в школе потом 4 мы должны вернуться уже в школу. Опа, нашел первую точку. А я знаю, что взорвалась. Это огромнейшая бочка здесь взорвалась, такая оранжевая, понял. Так вот, ребята, не знаю, что за попадало такое, но вот у нас в школе как бы до 3 января. Как бы такое себе. Я что-то вижу оранжевое отсюда, я потом заберу. Что ты там пригнал? Что пригнал? Что нашел? Короче, когда садись, если телепортируешься на снегоход, он багует. Я так что, короче, баганул и как-то в воздухе 360 сделал и поехал. Серьезно? Просто. А в смысле телепортируешься? Чисто, что мастер. Это такое? Ты типа телепортируешься как-то в байке? А, понял, странно. Ладно, ладно, ребята, короче, я пока поеду за второй машинкой. У тебя Камарос, у меня как бы такой вот офигенный джип, ребята. Я уже нашел, да? Драктор, чтобы ты понимал. Что-то ты прям вообще быстро люто находишь их. Я пока что-то прям не могу похвастаться тем же. Я прям медленно... Но уверенно ищу. О, глаза... нашел! Забор сломан был. Офигеть, я нашел, получается, Кобру Джет, чтобы ты понимал. Офигеть, ребята. Ох, а это мне нравится. Так, а подожди. А, так нет, Кобра, я же не ее видел оранжевую. Я видел какой-то внедорожник оранжевый в этой части района, поэтому надо бы посмотреть повнимательнее и забрать его. Кварталы. На кварталы. Жилые массивы. Кстати, друзья, как встретили Новый год? Ага, напиши в комментариях, реально, а то я что-то даже и не спрашивал. Пиши, реально, чё, как, кого подарили, кто подарил, что подарили. Кого подарили? Кого подарили, да? О, нашел я оранжевый этот. О, это Бентли, чтоб ты понимал, такая прикольная Бентли, друзья мои, офигенно. Так, да, это моя третья машина, по времени только 3 минуты прошло. Что-то как-то вообще хорошо получается. То есть, ребята, последние там были долгие поиски, здесь прям хорошо. В этом районе прям много. Чё, кого? А я же не врезался. Так, это 3 по 3. О, а у тебя какая-то прикольная новая квадра, друзья. Дорогущая, это жестко. Наверное. Так, я поеду, короче, в сторону, получается, Лос-Антос Кастомс. Может, там что найду интересное? Давайте-ка проверим. Так, пусто. Пусто. У меня тут пусто. Вкусненький кёнигсик в подворотне. Тут тоже пусто. Ну, ты прям, да, разошелся. Я смотрю, тут пусто. Так, а там, слушай, а пусто. Здесь? А я там ты работаешь. А я не знаю, может, смотря, где ты угоняешь, а можно я такие же тачки поищу? Я тут тоже что-то не нахожу. Нет, пока нельзя. Ничего. Это мой район, и здесь ничего и не могу найти. Даем. Максимально странно, ребята. Ладно, хорошо, как бы хорошо начал, но что-то прям остановился в поисках и как бы... И в Лос-Антосе пусто!
Чё за день-то такой? Чё, мужик, на новогодние каникулы, никто не приезжает, как бы. Такое себе, однако, дело, ребята. Конечно, ладно. У меня уже соседи, на кухне сидел, чаек попивал, такое ощущение, как будто сидел в компании. Понимаю. Ладно, короче, я пока еду. И на самом деле я пока ничего не вижу. И это прям меня напрягает, это... О, нашел, четвертая моя тачка, это Сиан. Ламборгини Сиан, так аккуратненько, ага. Так, окей, давайте-ка попробуем забрать его. Так, а знаешь что, я еще в полицейский участок не ездил. Давайте-ка туда тоже отправимся, может там что-то какие-то прикольненькие тачки мы найдем. Опа, Нива прикольная. Офигеть. Я угнал какой-то чарджер, короче. Я ее потом, наверное, заберу. Но, походу, чисто... Понял. Так, я пока только четвертую тачку привез, ты, получается, Кёнигсек и Чарджер, пятую везешь. Нифига, нормально так-то тебе везет. Я пока четыре только нашел. Поехали, ребята, в сторону, поворота, соответственно, балета участка. Посмотрим, что там интересненького есть. А ну-ка. Так. Офигеть, что я нашел? А как бы это забрать? Оно по-любому закрытое. Вопрос, а где ключи? Давайте-ка, ребята, аккуратненько, так невзначай подойдем. Здравствуйте, молодые люди. Я тут заявление написать, да, на моего сожителя, как минимум. До свидания. Сожителя? Так. Здравствуйте. Ты с Парижки живешь? Подскажите, пожалуйста, я тут оставлял, получается, машину, да... Да, додж. Ага, понял, ожидаю. Блин, они не дают тачку, прикинь. Так, ладно, ага, мне бы ключи найти. А, кстати! Я могу помочь. Тихо. Это, пам-парам-пам-пам. Да, все, до свидания, я пошел, мне больше ничего не надо. Ну, отлично, так, тихо. Там стояла моя баги? Ты угнал у меня баги? Я вижу офигенный Мерседес, кстати говоря, ну-ка, так, а по времени? Отлично, да. Чё ты ржёшь? Чё происходит? Я туда просто так через забор перелез и все. Серьёзно? Не-не-не, я-то ключи от тачки находил, у меня как бы ключей не было, поэтому вот теперь я нашёл, и как бы они подходят. Ключи не нужны, пальцы, вот твоё замыкание. Ну-ну-ну, пальцы, говоришь? Ну, у кого как говорится. Так, ладно, это моя получится пятая тачка, ребята. Осталось ещё три машинки найти. Так, две я видел. Давайте-ка поедем, заберём её, попробуем. Так, а ты баги у меня на участке забрал или просто на ней приехал? Нет. Скажи, пожалуйста. Слава богу, я думал, ты у меня баги украл. Так, ладно, едем дальше, ребята. Главное сейчас аккуратно, короче, чтобы не спалиться. Вот так вот. Огромнейший монстр трак золота. Такой. Да, я его хотел забрать. Я его и забрал, так отлично, тихо. До свидания. А, я тачку помыть, да, до свидания. Окей, валим, отлично. Да. Да ну как минимум тупые, походу, раз не поехали за мной. Это меня как минимум радует, друзья. Так, давайте-ка пригоним сюда монстр трак. Отлично. И погнали еще одну тачку там заберем. Тесла Кибертрак. Нормально, откуда, да? Ты ее нашел-то в этом районе? Вот так. А я же туда ездил, там было пусто. В ту сторону как раз таки ездил. В смысле, где ты ее нашел? Я, конечно, все понимаю, но... Подворотный замок. А, я туда не ездил, понял. Так, ладно, аккуратно, так, а что? Ага, вот эту тачку я еще заберу, пожалуй, да. Аккуратно. И знаете что, ребята, я предлагаю, знаете, что сделать? Братишка, короче, чтобы ты понимал, у меня есть офигенная возможность сейчас нам немножечко помочь. То есть давайте-ка просто... Пробьем колеса шокерами. Вот так вот, чтобы копы за нами потом не поехали. Так, тихо. Ага, пока никого нету, отлично. Бах. Так, братишка, короче, если за нами поедут копы, я их уже обезвредил. Поэтому они пока поменяют колеса, времени столько уйдет. Поэтому у нас все хорошо, как бы. Так. Это находится вне палета. Туда, я думаю, они пока туда уедут, мы уже быстренько все тачки погрузим. Так, давайте-ка вон тут тоже пробьем. Ну, мэби. А, не пробивает? Подожди, тут еще два тачана пробью, точнее, вот так вот сразу по два колеса, короче, я думаю, нормально. Промазал. Так, главное, чтобы меня не спалили в окнах, потому что в окнах могут спалить, и тогда будет вообще попадало. Так. И... Ну, да. Отлично. Все, короче, остался на тачке. Сейчас быстро я тоже колеса пробью и заберу тот самый додж, ребята. Так, главное, чтобы меня не спалили. Так, отлично. Первое. Второе. Все, валим отсюда по-быстрому пока. Они не заметили. Фуфлины. Отличненько, ребята. Окейшки. Ты чего мой монстр-трак забрал? Поставь на место, где стоял, блин. Арабит он тут мне. Тачку верни, говорю. Иначе арабишь. Я заявлю на тебя, как минимум, в участок, которым я угнал тачки. Ты че орешь-то так? Ой, дурак. Ой, дурачело. Так, это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ага, 7 монстрак, и мне нужно найти еще одну последнюю восьмую тачку. Вопрос, где она? Там я вроде был, там ничего не было, да и ты по-любому забрал уже все. Я видел тачку. Где ты видел ее? Где видел? Че видел? Где видел? Че видел? Я тут еще не был, кстати говоря. Аккуратно, аккуратно. Вот тебе скажи, где опа, что-то. А, братан. А, вижу. Братан, насчет астрации, понятно, короче, какие-то помехи появляются у тебя. Странно, однако, ну ладно, вроде пока живы. Так, поехали, ребята. Прием, слышишь меня? Прием. Юрка, нам надо рацию поменять, короче. Нам надо, да, поменять рацию, потому что какие-то помехи я тебя не слышу, короче. Ладно, ребята, в любом случае получается, что... О, вот теперь слышу, да, все хорошо. Все хорошо, отлично, да, ребята. Получается, что я угнал 8 тачек. А, батарейка средств. Ну, поменяем, я думаю, пока будем проходить испытания. Так, у меня получается 8 тачек прикольненьких я угнал. Ты, в принципе, угнал тоже 8 тачек у тебя. И дорогая, получается, Тесла Кибертрак. И дорогая, получается, багги. Но на самом деле у меня есть додж тоже, дорогой, поэтому, в принципе, ничего страшного. Так, все хорошо, в принципе, да? Все отлично. Ты что бьешься? Как бы, а? Вот так вот тебе пробиваем колеса, короче, изи. Сам ты петушара. Короче, ребята, да, дорогая, у тебя еще квадро есть, и как бы больше ничего такого дорогого я и не вижу. А, еще и Кёнигсек. У меня, конечно, все дороже. Как минимум, это Мерседес такой дорогой. Сианчик и вот такой вот додж прикольненький дорогой. Да еще и монстр у меня дорогой тоже как бы есть. Поэтому, ребята, пишите комментарии, кто зарабатывает балл за стоимость. А мы отправляемся на наше первое испытание. Так. Погнали. Ты что делаешь? О, все отлично. Все, погнали. Так, ребята, наше первое испытание. Это получается последний выживший. Здесь Tesla Cybertruck Dragster против, соответственно, Mazda Cybertruck. Получается тоже Dragster или это не Mazda, вообще непонятно, что тачка. 1, 2, 3, поехали! Юху! Так. Давай. Подожди, я, конечно, шлифую, но у меня она быстрая. Офигеть! Я пошел, пока. 400? Ха, 500! Пока-пока! А, 570! Давай, короче, ты не будешь выеживаться, как бы балл-то мой по-любому. Но чисто вот ради интереса, смогу ли я тебя догнать, потому что у меня за 500 она разгоняется. Так, до самого конца получится. Так, тормози. Отлично. 1, 2, 3, поехали! Ю-ху! Так. Ну да, вначале ты прям хорош. Но я сейчас раскроюсь. Мне кажется, сейчас, ты погоди. Не успеешь раскрыться. Погоди. Не успеешь. Погоди. Не успеешь. А, не успеваешь. Успею. 400 еду. Я 500. Ну да, я бы не успел. Я бы не успел, прикинь. Я вот догнал бы тебя, да. Ну, кстати говоря, плюс-минус, может быть, и было бы что-то из этого. Да, ребята, в любом случае, но мой первый балл, это меня как минимум радует. И, ребята, я предлагаю отправить Юрчика в тремор и погнали на следующее испытание. Погнали, го-го-го-го. Такое себе. Готовы для прохождения следующего испытания. Это дерби. Ты взял Драгстер, я взял такую Бентли. 1, 2, 3, поехали. Главное, это... догонять тебя, потому что, мне кажется, ты будешь угонять. А, убегать меня, да, или нет? Ёп, что это было вообще? Вообще изи, имбища-то какая. А, 1, 2, 3, поехали. Не, вторая жизнь. Мощная. Я знаю. Я не просто знаю, ты вопрос по тормозам или нет? Ну, ты не попал по мне. А вот так можешь? В смысле не попал? Да выёживался. Понял, вопросов больше нет, больше так не делаю. 1, 2, 3, поехали. Последняя жизнь, как минимум, ребята, меня немножечко... ты пингуешь, ты понял, да? Да, в смысле пингуешь? Ема, ты улетаешь от одного удара. Давай, короче, лоб-лоб, что-то я вот тут, короче, стану. А ты там. 1, 2, 3, поехали. Да не, у тебя не было бы шансов, дядя. Вообще ноль, шансов просто нету, да. Ну, это просто имба, моя тачка, от тебя чуть-чуть, да, не повезло. Окей, а мы тогда отправляемся на следующее наше испытание по баллам 2-0. Мы готовы для прохождения следующего испытания. Это смертельные шашки, друзья. Я напомню для тех, кто не знает или кто смотрит впервые. У нас такая вот огромнейшая трасса, к которой мы проезжаем. Ой. Вот тут мы проезжаем, тут мы разворачиваемся, возвращаемся обратно. Кто приедет первый сюда и взорвет бензоколонку, кто-то победил. Как бы все просто. 1, 2, 3, поехали. У тебя чиповки нету, надеюсь? Нет, я все отключал. Ну ладно. Сразу. Ну ладно. Ну Сиан на самом деле у меня хороший. Это именно чит Сиан, который был раньше. Он как бы хороший так и без чипа на читерство. Потому что, ребята, он был утерян, я напомню. Хотя не, у нас есть другой чит Сиан, который я потом переделал, он более такой, он был похабный, плохой, а я в итоге сделал из него просто лапочку, солнышко, отличный, офигенный автомобиль. А у меня, к сожалению, ребята, не та самая. Прямо сейчас в комментариях я жду ваши варианты самого лучшего чита у нас на сервере, потому что читов у нас много, и новое, и как бы карт, и...
Феррари, и Ригера, и всякие такие Сианы, и как бы куча других БМВшек всяких прикольных. Ну, на самом деле, пишите комментарии, кто реально зарабатывает лучшее первое место среди читов. А ты где делся? А у меня не тот. Кто ты пропал? Жестко, оказывается. У меня и херня. Что, вообще серьезно? Он в поворотах не едет вообще. Понял, вопросов больше. Неплохо ты улетел, конечно. А я не выйду отсюда. Капец, серьезно, блин? Ну, толку, конечно, не особо много, но я вроде на старте был. Да капец! Я прям смотрел на тебя при этом, но я не видел вот этот мусорный бак, который кинул под меня ты. То есть я его заметил уже, когда на него наезжал. Я просто на тебя смотрел. Я на тебя смотрел и не видел. Там был мусорный бак, который ты кинул под меня, и я из-за него как бы не успел разогнаться. Меня перекрутило, перевернуло, да. А ты реально взорвал тачку? Сейчас заскамил мамонта, просто надо было сюда доехать, а не взрывать ее. Эх ты! Ну ладно, в любом случае, окей, балл твой, 1-2, мы идем дальше. Ну давай. Готовы для прохождения следующего испытания, ребята? Это прыжок в длину, и здесь как бы комарас и кобра. Ну давай попробуем. У меня, в принципе, неплохо, едет. Что со мной, все хорошо? 1400, у тебя что? Я взлетел, как Боинг просто. Понял, принял. А ты, по-моему, понимаю, даже дальше будешь, потому что я... Кстати говоря, если я сейчас заселюсь на Мейсбанке, то это автопобеда. Вместо обеда. Если, ключевое слово. Но, как видите, походу нет. Слушай, я ладно, чуть ладно, дальше... ладно. А, нет, ты тяжелый, значит. Я 1500 разогнал, но я очень легкий. Я ну да, и при этом ты горишь. Кстати, если взорвешься, то проиграл, да, тоже как бы. Все четко. Чего это ради? Не было такого никогда. Ладно, я думал, ну, с заправкой получилось, может, тут тоже получится. На самом деле, я могу лишь только сказать, что сейчас будет 3, 2, 1 и бум! Как видите, ребята... Просто по таймингу, я прям на пальцы взорвался. Чё, блядь? Да-да-да-да-да! Что было, я не понял. Как говорится, это, шарю, могу, умею, практикую. Ладно, это твой балл 2-2, и у нас остается последнее испытание, которое прямо сейчас мы проведем и узнаем, кто же все-таки побеждает в этой рубрике. И, ребята, наше следующее испытание, это, получается, последний выживший под названием 2-0. А, задача проста, да, выбрать бомбу-липучку и взорвать оппонента. 1-3, поехали. На тебе. Ну давай. На тебе. А вот ты я, а вот ты я, а на вот тебе. Ты я. Ты где? Я сзади. Что такое? Ну, я, кстати, плохо по лестницам заезжаю, поэтому у меня проблемы свои есть. А у меня проблем нет никаких. Потому что что? Ах ты фуфлин. Ага. Ну, почти. Зацепило? Не. Зато я свалил красиво. Ой, толстый, извините, я не заметил. Понял, вопроса нету. Воу! Да взорвал. Вот, кстати, на топиже стоишь. А я тебя хоть чуть-чуть-то задел? Нет. А вот так вот? А нет. А вот так вот? Да почему? Ёшки кот. Я прям подсчитал, просчитал все варианты. Попал. Да. Я, пожалуй, копа уберу, все отлично. Вау. Давай, короче, без этого. Без рукоприкладства, как говорится. А ты так, хреновая позиция. Ужасно, я бы сказал. Летает. Давай, было я знаю, что ты бесит. Тяжело попадать по цели, которая не едет. На. Мне кажется, у тебя там рука аккуратно. Не, ну прикольно, на самом деле, испытание. Ну-ка. Хоба! Полёте! Да ладно! Ты как не взорвался? Я не прямо знаю, в полете тебя поймал. Да, я вижу рассинхроны тоже, как будто по C4. Я прямо в полете, когда летит, я кидал в тебя ее, получается. А в смысле она не взорвалась опять? Взорвалась, но поздней. Так, кто умрет? Это на самом деле уже интересно. Да почему ты живешь-то так? Я все, слава богу, взорвался. Капец, я просто реально, я тебя, наверное, раза 4 попадал как раз таки бомбами, но не получилось. Да, а я с первого взорвался, да? Понял. Окей, ребят, а мы на этом прощаемся. Спасибо всем огромное за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Всем удачки и пока-пока. Пока, ребята.